Да может, просто играют с кем-то. Они же с момента, как потерялись в городе, хотели именно на этот пляж попасть. Что-то их как-то долго нет, уже даже гроза закончилась. Пускай. Я пока что посплю. Да, точно. Ладно, пускай играют тогда. Прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Добро пожаловать в новую часть «В жизнь или же выживание в режиме детей в Майнкрафте». Это различные истории о том, где мы вместе с Лески и Нубиком стали маленькими, мы живем вместе со своими родителями, и на сегодняшний день уже третий день подряд мы находимся на необитаемом острове, и мы всеми силами пытаемся вернуться на большую землю. Наши родители пытаются нас найти, по крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю. Сегодня, кстати, на этом острове маленькая тебе подсказочка – мы кое-кого встретили. Кого именно, ты узнаешь, как только досмотришь это видео до самого конца. И давай с тобой сделаем одну интересную традицию. В общем, каждый ролик я буду задавать какой-то интересный вопрос, а ты на него в комментариях будешь отвечать. Сегодня у нас вопрос такой. Что можно видеть с закрытыми глазами? Это вопрос с подвохом, так что думай очень внимательно, пиши свои варианты в комментариях, и после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим видеороликом. Но если ты находишься здесь впервые, то не стесняйся, нажимай на красную кнопку «Подписаться». Приятного тебе просмотра! Ай, ты чё на меня прыгаешь? Нубик, с ума что ли сошёл? Ты чего? Что случилось? Там какая-то бегает, голова какая-то. В смысле голова? Ты чего? Там бегает кто-то. Вижу. Леска, прикинь, реально кто-то бегает. Это кто погоди. Так, сильно. Посмотрите, это кто такой? Какой-то маленький, да, слушай. Слушай, это... А как эти, знаешь, эти люди, да, которые вот эти, как их называют, которые, знаешь, племена на островах живут? Может быть, это кто-то из них? Дикари какие-то, что ли? Дикарь, не знаю, как их там еще, слушай, не помню. Смотри. Изгои? Нет, не изгой, по-моему, а как-то по-другому называют их. Так. Как это? Я забыл слово вообще, называется, как честно говоря. Аборигены, да, по-моему, реально, то есть вот эти. Обалдеть, они что, еще существуют, что ли, в современном мире? Получается, что да. Что, будем пробовать спускаться или лучше, я не знаю. Мне что-то как-то страшно, честно говоря, немного, потому что это очень подозрительно, то, что они ночью там находятся. Давайте лучше действительно. Давайте действительно утро подождем лучше, потому что лучше все-таки не вылазить. Так, ладно. Короче, в таком случае давайте лучше вы сейчас ложитесь. Я уже ложиться тогда не буду. Леска, ты на дозоре была. Сейчас уже получается третий раз за ночь будем меняться. Вот, как-то так. Все, давайте спите, я пока прослежу, что он будет делать дальше. Давайте, спокойной ночи. Ой, что-то я сам, походу, уснул немного. Леска, вы спите? Нет, не сплю. О, уже светло стало. О, а, ну что, убежал. Кстати, есть? Да я сам уснул, честно говоря. Я через какое-то время меня вырубило просто по полной. Так, не вижу. Так, ну все, он убежал, что ли? А что он тут делал тогда? Слушай, я не знаю. Как будто на какую-то разведку пришел, да? Вот так странно. Точно, согласен. Он посмотрел эти буквы. Видимо, он не понял, что это такое. Конечно, он читает. Я думал, что он приведет своих этих из племени своего кого-то, что ли. Я не знаю. Так, пойдемте, короче, спустимся. Так, посмотрим, сейчас посмотрим. Что он там наложил. Так, аккуратнее будьте, не забывайте то, что тут дикие животные, змеи, тараканы всякие, такие неприятные, пауки, тарантулы, короче. А, что это такое бежит? Ай, это муравей. Мы даже не покушали, я вот кушать так хочу. Идемте. Я, кстати, так, что у меня? Дайте мне. У меня вот, я вот чипсики поем. Хоть какое-то напоминание о современном мире. Вот у меня чипсы остались. И все. Так, давайте перекусите пока что. Так, наши надписи на месте. Он, знаете, что ночью делал? Он, короче, вот так вот бежал, короче. Ага. Вот так что-то перепрыгивал здесь, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и потом назад, вот сюда. Он, наверное, и все время вокруг букв, короче, бегал. Да. Что это такое? Может, это дома какие-то, думает, да, типа комнаты? А, он думает, что это дома строится, наверное. Короче, он дома? Ушел. Ты думаешь, он знает, что такое дома, если он живет на острове? Да они, скорее всего, где-нибудь под листьями живут, я не знаю. Что это такое? Хотя больше никого. Погодите. Нет. Что такое, цветы? Маленькие, маленькая горсть золотых монет. Вот еще. А что это? О, давайте собирайте, вы что, это золото же настоящее, походу. Представляете, за сколько можно это продать потом? Мы когда вернемся, наши родители увидят, они вообще... Ой, ё-моё, пчела летит, я испугался. Родители увидят, потом вообще мы купим там себе не знаю что, на самом деле. Да, согласен. Так, собираем, так. Стоп, а вот они, на листве тоже тут валяется. Так, может, они везде? Давайте сюда. Повыше поднимемся, посмотрим. Давай. Слушай, откуда это, интересно? Это что они тут? Это, получается, какая-то химическая реакция, что ли? Я не знаю. Так, они и где? Потеряли. Стойте, закончилось. Что потеряли? Они потеряли эти штуки.
Кто? Потерялись. Ну, вот эти... Наверное, он, который бегал ночью. Ты думаешь, что это... О, здесь монетка еще, смотрите. Где? Здесь монетка еще. Вот, горсть. Назад вернитесь немного, назад вернитесь, как вы шли. Давайте не заблудитесь там. Назад идите, идем, вы не в ту сторону идем, вообще идете. Ко мне, вот сюда, Нубик. Иди сюда. Нубик, ты где там? Нубик, потерялся, Леска. Нубик, ты где? Отзовись хотя бы. Ты живой там, нет? Здесь, вы где? Подожди, давайте выйдем. Я что-то не понимаю, где находится, честно говоря. Что? Мы с Нубиком рядом, а ты где? Я вперед пошел за этими монетками, где? А вот я сверху, вот я. Вот он, Шэдди, вот он. А, вот, все, давайте, нашлись наконец-то. О, а что это? Подождите меня. Смотрите, статуя какая-то. Не подходите только к ней, только не подходите, подождите. Подождите, пожалуйста. Что это? Подождем Леску, подожди. Ай, дайте посмотрим. Смотри, подожди. Я думаю, не стоит, погоди, что это? Надо хотя бы издалека посмотреть, что это такое. Давай вообще. А мы можем это взять? Ангел, что ли, золотой? Это что за статуя такая? Я не знаю. Заберем, можно? Давай заберем, реально. Ай, что это? Ай, нога! Нет, только вы не падайте! Какой не падайте, мы разом рук. Больно. Тут скелеты лежат, аптечка. Осторожно. Аптечка нужна вам, аптечка есть нужна? Аптечка, Нубик, тебе. А, скелеты еще, Нубик, ты как, цел? Ноги проверьте, больно, это самое больно, главное. Сейчас не хватало, чтобы очень. Еще тут травму получить нам. Вы посмотрите, какая больно. Высота. Это что, у нас получается это этими нас монетками приманили? Заманили, что ли? Заскамили, получается, это что, или что такие это? Глупые, как мы не догадались. Капец. Вами. Это что такое творится-то? А вы прикиньте, сейчас этот монумент этот сюда упадет. Слушайте, а как мы с вами тут... Будем? Нубик, ты что на голову скелетов встал? Это же человек когда-то был, ты чего? Совсем, что ли? Обалдеть. Эй, кто-нибудь, помогите, вытащите нас! Да кто спасет-то, чего кричать? Слушайте, ну это конец, вы понимаете, у нас связи нет? Мы с вами находимся на необитаемом острове, в какой-то яме, со скелетами. Смотрите, какая просто я не знаю где, и попались в какую-то глупую ловушку с монетками. Он, может быть, специально эти монеты там раскидывал, я вот сейчас, мне очень интересно. Конечно, это была приманка, я говорю, как мы глупые повелись на нее. Не знаю. Короче, ладно. Как бы то ни было... Я не знаю, чего мы будем ожидать, но, короче, сидим, ждем, пока что-то не произойдет, я не знаю. Ой, слушайте, кстати, а вы... Вам не кажется, как будто что? Бы... У меня прям голова капец сильно кружится, зачем, начинает сейчас. Зачем? Я не знаю, как будто бы сознание теряю, ой, я не знаю. Травили, что ли? Чё-то, походу, они эти монеты чем-то намазали непонятным вообще. Жесть. Я вижу небо. О, на что, вытащили, что ли? О! А это что за такая колючая проволока, что ли? Они забрали нас в лагерь. Мы в лагере мы находимся, решетке, смотрите, мы... Решеткой, точнее. Мы в тюрьме настоящей находимся, это... представляете? Это что? Сколько там бегает это всяких что? Разных. Какие жесть, страшные. Вы посмотрите. Вот он это, смотрите, бегает, который нам возле это буквы предатель. Эти монеты раскидал. Эй, вот он довольный там ходит, смотрите. Ай, Нубик, аккуратнее, что ты делаешь-то? Порежешь сейчас, кровотечение у тебя начнется что, и все. С этими аборигенами вообще... Выпустите бегать, нас! Бегать. Я вы думаю, это бесполезно вообще кричать, что-либо делать. Ничего не понимает. Мы для жесть. Них они наши... Вещей нет! Телефоны наши! Родители, прикиньте, позвонят, куда связь появится, телефоны? Там какие-то аборигены, там пумба-юмба что-нибудь скажут. Верни, это же вообще... Все, вон те статуи стоят, на которую мы так и пошли. Эй, лошадь, слышь, вытащи меня отсюда. Делай что-нибудь ты как-нибудь, я не знаю. Слушайте, а это... мне кажется, лошадь поймет быстрее, чем эти непонятные вообще. Смотрите, у них огромные в руках, вы что? У них копья вообще трезубцы какие-то, они как будто бы со дна океана поднялись. А смотрите, там что, над костром жарят скелеты? Кстати, реально же, вон статуя. Это они поклоняются. Они поклоняются каким-то существам, короче, и они их вылили из золота, получается. Кошмар. У них там вождь сидит, ой, а вы на костре видели, что происходит? Там люди, людей зажарили, таких как мы, походу, с вами. Я знаю, что это было, знаете, что это? Это жертвоприношение. Они типа приносят жертву, чтобы там погода хорошая была и так далее. Эй, вы совсем что ли? Какие жертвы нас папа с мамой ждут? Не надо. С нами будет то же самое, если мы прямо сейчас что-то не придумаем. Леска, Нубик, что вы делаете? Вы что деретесь-то? Нубик, успокойся, что ты делаешь? Куда ты дерешься-то? И так голова кружится прям. Везде есть какой-то выход. Везде есть какой-то выход. Я вам серьезно говорю. Мы не можем просто погибнуть в этом месте. Что такое было? Стойте здесь, я проверю. Погодите, стойте. Да стоим, прикрываем. Это... Прикройте собой, прикройте все. Нубик, стой, как будто ничего нет. Смотри на них. А! Чай! Как... Что там с тобой? Что пауки, там? Пауки, а, подожди, нормально все. Ай! Давай мы спустимся. Паук дурацкий, иди отсюда. Слушайте, погодите, а то, что мы спустимся, это ничего то, что тут в клетке пусто станет? Давайте быстрее, а какой шанс еще? Выломать мы не сможем. Я не знаю, что мы... Смотри, вариант такой.
Ага. Пока что тут они все резвятся, короче, мы можем спуститься вниз и по-быстрому понять, куда это вообще ведет. Я думаю, что они даже очухаться не успеют, потому что, ну, я надеюсь, проход, то, что они, я надеюсь, то, что они очень тормознутые просто, и все. В любом случае, это лучше, все, чем сидеть здесь. Давайте быстренько. Нам еда, наши вещи нужны. Все, пойдемте. Закройте люк. Хорошо. Только. Люк закройте, не спешите. Все друг друга ждем, короче, аккуратней. Тут даже факел есть, его с собой возьму. Нубик, подай факел. Закройся, ты закрыла. Все, отлично. Все, идемте. Все есть. Так, смотрите, какие тоннели. Слушай, что? Это огромные такие. Они, интересно, сами знают, паук! Что здесь есть. Такие существуют тоннели под их. Смотрите, деревьями. Будьте аккуратнее, тут пауки повсюду. Хорошо, еще, хорошо. Еще один гигантский есть, поймал. А я там записку вижу какую-то. Эй, лежанка. Да? А что тут лежанка делает? Тут кто-то жил, стойте-ка, что ли? Смотри-ка, странно. Так, не знаю, не знаю. Ой, паука, бейте. Нубик, давай. Все, справился? Нет. Ну, с паучком не можешь справиться, что ли? Ну ты чего? Дай-ка, вот, все, опа. Готово. Так. Записка кладоискателя, прикиньте, ого. Там паук в паутине. Так, я читаю. Я очень рад, если кто-то сейчас читает это. Значит, что ты догадался, как вырваться, из лагеря аборигенов. Не будем о том, кто я такой. Скажу только то, что на этом острове я искал клад. Но все зашло слишком далеко. В общем, вот карта. Буду рад, если у тебя получится это сделать. Кстати, в домах аборигенов есть современные вещи, телефоны и так далее. Помните, мы на этом, на пляже, в городе, нашли карту? Это, получается, действительно карта сокровищ была, что ли? Я забыла про нее. О, вещи! Так, погодите. Вот она, карта. Вещи. Так, студио, паук, леска, паука лови. Я убрала один. Так. О! Я вижу на этой карте, действительно, красный крестик есть. Да ладно, серьезно, вот это да. Возьмите, как посмотрите, все посмотрите. Так, что здесь еще есть? Так. Ух ты. Так, Ух ты, ничего себе. Смотри. Посмотри, реально тоже там красный крестик прям. Прям все это обозначено. О, это тоже. Видите, да? Да, вижу. Это мы что, клад сможем, может, найти тогда? Не знаю. Нам бы сначала выбраться отсюда и вещи свои вернуть. Реально, к папе с мамой богатым вообще станем. Так получается, этого человека поймали, и он выкопал вот это все дело. Вы видали, сколько булыжника здесь? Слушай, я не представляю, как это все копать можно было столько. Пойдемте. О, Нубик, ты нож, что ли, нашел? Да. Ух ты. Ай, меня чё бьёшь? Ай, чуть не убил. Нубик сумасшедший, дай сюда, порежешь всех нас. Совсем что ли? Дай сюда нож, я тебе вообще не доверяю. Меня рубанул, меня чуть половину, меня не отрезало. Жесть просто. Леска, возьми плоскогубца, вот тебе оружие. Нубику лучше вообще, знаешь, доверять ничего не будем. Такими темпами он нас с тобой точно покромсает. Ничего не останется совсем. У меня вообще сердец нет. У меня тоже. Давай, тихо, вылезай. Бессердечный. Так, пойдемте, вылезаем. Так, Нубик, выход. Все, тихо, гасите свет. Ой, свет не у меня, Нубик, так. У тебя свет. Помогите, я выключил, у меня. Аптечку? Аптечки нет, Нубик, мы сейчас пойдем искать. Что делать-то? Опа. Эй, что вы делаете? Я не могу вылезти. Хорош драться уже. Все, пойдемте. Надо береги, тише. Никто не дерется, кроме ничего тебя здесь, все тихо. Ты что? Так, я в дом пролезаю. Так, что здесь? Попадись там. Частотный модуль, батарейка какая-то, прикиньте, забрал. Они даже не понимают, зачем это надо. Так, глупые, погодите. Нам. А вы понимаете то, что да. Мы сейчас с вами тут все подбиты, и сейчас какая-нибудь змея из кустов вылезет, я она нас укусит, и все, да. Мы отравимся полностью. Я очень хочу кушать, мне очень реально. Так, идите за мной. У меня очень большая я знаю, слабость. Что нам нужно делать. У меня есть план. Мы сейчас план просто какой? Со стороны обойдем их и все. Пойдемте. Только друг друга не задевайте и близко не подходите друг к другу, я ладно? На расстоянии. Так, идемте. Смотрите, какое здание большое. О! Это что, у них босс какой-то сидит, это смотрите, начальник какой-то вообще реально. Них, это самый главный. Слушай, здоровый, смотрите, сколько золота там, а может быть это и есть эти сокровища или нет? Слушай, мне кажется, сокровища еще что-то большее должно быть. Куда уж еще больше-то, это, видишь, посмотрите. Они, видимо, ему приносят, и он эту деревню охраняет или руководит. Там, видимо, да. Такое. Ну, не он, они, видимо, все тут охраняют ее. Так, идемте дальше. Так, я залезаю в дом. Так, что тут у нас? Так, опа. О! Идите сюда, Нубик, это твои вещи, походу, здесь, да? Аптечка мне нужна еще. Аптечки здесь нет, будем дальше искать. Если найдем какой-то мне это мой сундук. Нубик, бери, ты конечно. Только не потеряйся, ладно? Так, идем леска, пока дальше пролезаем, короче. Вот мы молодцы. На центре только. Они пока что даже не спохватились, то, что нас тут нет. Так, ну-ка, мои вещи нашел, прикиньте. Повезло, слушайте, а где же тут еще кучу рыбы пожаренной. Я, короче, им сырую рыбу оставлю, а пожаренную заберу. Аптечки тоже нет. Тише. Ты чего? Там, тише, Нубик. Там, я из дома вхожу, он мне в лесу прям смотрит. Ты что, я Нубик, надеюсь, ну, что он тебя не увидел. Тебя чуть не спалили, я ж говорю, ты надо как-то подскрыть небось, что ли. Есть кушать? Кто будет? Я хочу кушать, можно? Я. Нате, так, держите, короче, рыбешку золотую вот такую.
Так, чего сейчас я, погодите, все укомплектую. Здесь все, у меня дробовичок есть. Если что, крайняя ситуация, я палить буду по полной программе. Так, короче, Нубик, на, возьми, короче, нож свой обратно. Только смотри, не махай им тут, понял? А то реально, меня так, чуть ну, вообще не прибил на месте. Так, пойдемте найдем и твои вещи, может быть. Так, здесь нет сундуков вообще. Я сказал, вообще твоих вещей нет. Так, идем. Сейчас сюда вот так и бежим. Тихо, спокойно. Так. Здесь тоже сундука нет в этом доме. Что ж такое-то? Так. Я за Шэди пойду, ты, Нубик, очень близко идешь. Да, ты как-то очень... Я, конечно, тоже там очень рискованно в одном месте прибежал, но все-таки... Мы второго прохода не найдем такого. Так, что здесь? Леска, твои вещи? Слушайте, сигнальная гранатка. Леска, забирай... Это, по-моему, тоже мои вещи, часть вещей, но... Короче, забирай себе. Там шурма есть, прикиньте, у нас же с вами шурмы не было ни у кого. Прикиньте, они у кого-то, у какого-то современного человека, видимо, кто здесь оказался, они шурму даже нашли. Но все-таки это твои прикольно. Вещи. Прикольно. Еще сундук вижу, Леска, залезай. Да, я залезаю. Так, а вот это на мою больше похоже, только тут, слушайте, лодки да? есть. Топор, у нас точно топор был. Лодки есть? А, точно, у нас лодки с вами были. Забирайте, нам еще одну лодку сделайте, возьму. Просто идеально будет. Лестница, так, забирайте телефон, у кого телефоны? Я свой телефон забрал. У меня телефон есть. У меня тоже, вот топоры железные можно забрать, бинокль можно забрать. Все остальное, думаю, тоже не понадобится. Так, теперь самое интересное. Как вернуться домой? Ну, вернее, хотя бы до того домика, который на дереве у нас. Мы даже не знаем, где. Не знаю. Так, я не знаю тоже. Пойдемте вон туда, я видел тропинку песчаную. Давайте может быть, по ней как-то пробежаться, я не знаю. Так, опа. Здесь пролезаем, тайные бежим. Проходы. Так, идемте. Реально тайные проходы, слушайте, какие-то вообще... тоннели. Ты знаете, хорошо, что можно так затеряться и все, считай, все. А знаете что? Они заметят то, что нас нет. Но они знают, где находится эта надпись. Мы больше не пойдем. Хотя, с другой стороны, тогда, они же не видели наш дом на дереве, правильно? Нет. Кто знает? Хотя там светили факела, там было светло. Скорее надеюсь, всего, то, что он не заметил. Вот кто бегал, он не поднимал голову наверх. Надеюсь. Надеюсь, то, что это и так все, и было. Был в шоке, так, а может быть, он нашел эту надпись, и не все прибегут и заметят наш дом и захватят нас. Я говорю, если они изначально не заметили, если мы факела не будем включать, я надеюсь, то, что они все-таки не заметят. Так что... Как-то так. Короче, ладно, сейчас остается только найти дом, хотя деревьев тут много, они очень высокие, куда идти, я не знаю, но по крайней мере, друзья, мы вместе с Леской и Нубиком все-таки вырвались из лап этих аборигенов, нас не съели, и как вы понимаете, с каждым днем здесь становится только опаснее и опаснее. Не только насекомые, животные хотят нас съесть, но еще и вот такие вот людиподобные люди, короче говоря. Зато у нас теперь есть карта сокровищ. Ну, на связи был Шэдимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, дальше будет только интереснее. Всем пока-пока. Пока, друзья. Всем пока-пока.